Ребятки, всем привет, с вами Александр, вы на канале Kinder & Company, и мы будем распечатывать вот такую вот мини-фигурочку. Это у нас два в одном, Лего это хорошо, аналоги хорошо, и Трансформер это еще круто, короче. Это у нас будет аналог Лего от компании LeBecU. Вот такой вот у нас будет автобот, он же Optimus Prime, предводитель всех автоботов, извечный лидер, и вот такой вот красавчик. Так, у нас в серии, собственно говоря, 6. Это у нас Мегатрон, это, наверное, Бамблби, Оптимус Прайм, это... А эти я забыл. Кто-то из них может... у меня, кстати, еще есть два. Кроме этого, я купил их 3 самых красивых, которые мне больше понравились. И вот у нас, собственно говоря, инструкция по сборочке такая. Давайте сейчас ее отпечатаем и посмотрим. О, ребятки, у нас здесь есть даже две карточки. Две карточки есть. И вот такая вот штукенция есть. Давайте карточки мы откроем. Сколько их здесь? 2, 3. 3 карточки, ребята. Целых 3 карточки. О, красивая у них задняя сторона. Мне нравится. Это по последнему фильму Трансформеры, наверное. По предпоследнему. Так. Вот у нас. Так, почему не подписаны здесь Трансформеры? Так, это у нас Оптимус, и это у нас Оптимус. А это у нас большой и сильный, забыл, как его зовут. Вот такие вот у нас 3 карточки, довольно интересные. Давайте, ребяточки, начнем с оружия. Вот таких вот 2 бластерных оружия было у нас в комплекте. Вот такой вот какой-то пистолет-бластер, и вот такой вот автомат какой-то был. Это то, что было у нас... у мини-фигурочки. Давайте сейчас ему это все дело вручим в руки. Так. О, туго-туго стоят все там у него руки. Так. Вот так вот выглядит наша мини-фигурочка. Ну, такие у него довольно оригинальные, забавные глаза. Ну, сейчас мы ощутим всю его прелесть. Смотрите, какой у нас классный щит. О, щит, какая у нас классный шлем. Такой вот блестящий шлем Оптимуса Прайма, хотя на коробке у нас какой был нарисован? У нас на коробке нарисовано, что голова была золотистая, и шлем вот такой какой-то немножко желтоватый, а спереди нарисовано, что она просто синяя. А у нас получилось совсем другое, у нас получилось просто серебряное. Ого. Так. Так, ну все, это я делал полностью. То есть получается, они как бы там... просто немножко выглядывает, и все. Вот. Ну, немножко не совпадает. Мне кажется, она должна одеваться глубже как-то. Ну, нет. Одевается только вот так вот. У меня уже была одна мини-фигурочка. По-моему, была Мегатрона мини-фигурка. А это у нас мини-фигурка Оптимуса Прайма. И есть у меня еще мини-фигурочки. Будут они, наверное, выходить по вторникам. Такие вот мини-фигурочки. Что ж, ребятки, если вам понравился обзорчик, ставьте пальчик вверх. Если не понравился Оптимус Прайм, ставьте пальчик вниз. С вами был Александр. До скорых встреч. Пока-пока.